Что общего между коучингом и церковью? Если вы задаете этот вопрос, скорее всего, вы никогда не сталкивались с настоящим профессиональным коучингом. И, возможно, вы даже не задумывались, что вся Библия – это коучинг. Это ведь не просто книга. Это путь к пониманию себя, к глубокому осознанию внутренних своих ценностей и путь к решению самых сложных в жизни вопросов. В мире, который сбивает нас с пути, отвлекает нас на суету и ложные цели, Библия всегда возвращает нас к истине. И знаете что? Бог с самого начала общался с человеком как коуч. В этом нет ничего нового. Это абсолютно Божий метод. Коучинг – это не просто про советы, это не про инструкции. Это про вопросы, которые меняют жизнь. Коучинг помогает остановиться, заглянуть внутрь себя и через глубокое осознание внутренних ценностей найти ответы, которые Бог уже вложил в наше сердце. Ведь что делал Соломон, например? Он давал мудрые наставления, чтобы люди думали и росли. Это и есть коучинг. Что делали пророки? Они призывали к покаянию и переосмыслению, к переменам в жизни. Это коучинг. А Иисус? Его вопросы до сих пор звучат в наших сердцах. Что ты хочешь? Почему ты сомневаешься? Где твоя вера? Каждая притча Иисуса – это коучинговая сессия. Он не давал готовых решений. Он открывал путь к ним. И это глубоко библейский подход на самом деле. Мы живем в мире, где христианские ценности постоянно атакуются, где суета и страх вытесняют любовь и доверие, где даже церкви сталкиваются с трудностями. Конфликты, выгорание лидеров, трудности в общении. Но Бог дал нам инструмент, который поможет справиться с этим. Коучинг помогает вернуть доверие в команды, построить глубокое понимание друг друга и восстановить единство, к которому нас призывает Христос. Ведь церковь – это не место, это живое тело Христа. И каждая часть этого тела должна занять свое место и действовать в гармонии с другими. Задумайтесь, что если в вашей церкви больше не будет споров и разногласий? Что если ваши лидеры будут поддерживать друг друга в искренней любви? Что если команда станет настолько сильной, что ее единство будет светом для окружающих? Коучинг поможет сделать это реальностью. И мы будем разбирать библейские истории не просто как текст. Мы будем применять их принципы в нашей жизни и в жизни всей команды. Каждая притча и каждое наставление Иисуса станет инструментом для вашего роста. Это не теория, это практика, и она работает. Если вы видите, что ваша церковь может стать сильнее, если вы хотите, чтобы ваша команда сияла светом Христа, сделайте первый шаг. Коучинг – это не новомодная идея, это Божий метод общения. Это способ восстановить гармонию и глубину в вашем служении. Свяжитесь со мной прямо сейчас, внизу этой страницы. Давайте вместе построим вашу крепкую команду, которая будет служить с любовью и единством. Церковь – это тело Христа, и каждый член должен соответствовать своему призванию. Тело тогда становится сильным. И коучинг – это способ, как мы можем исполнить это призвание вместе с вами.